Привет, уважаемый друг, с тобой на связи вновь Сергей Остроушко и блог SEOS Games. Напомню, что мы смотрим первое, это наши мандалы, в течение 3-5 минут, которые сейчас видите на экране, либо же в интернете, которым будет наиболее интересно, наиболее приемлемо. И второе, это прослушивание классики, в частности Моцарта, подчеркиваю Моцарта, потому что его музыка наиболее положительно влияет на наш мозг. Какую конкретно, я могу скинуть отдельным файлом, кому это будет интересно и необходимо. Внизу вы увидите ссылки на мою страницу ВКонтакте, можете написать, и я вам вышлю уже готовый плейлист Моцарта, который, ребят, ну, влияет на мозг очень положительно, классно, и со временем ваш мозг классика будет воспринимать более свободно, просто и приятно. Итак, переходим к нашему упражнению. Левой рукой мы делаем безымянный и средний пальцы вместе, мизинец, указательный большой, растопыренный. Есть. Правой рукой у нас два пальца. В общем, делаем как у меня на руках. Есть. После мы меняем положение пальца. Приготовились. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Можно делать быстрее, самостоятельно. Как только мы это освоили, мы потом немножко усложняем данные упражнения и выполняем их в горизонтальной плоскости. Это выглядит вот так. Левая рука у нас, пальцы средние и безымянные в центре, эти снаружи. И не просто проходит, меняется местами. Меняется местами, меняется местами. Можно где-то быстрее. Есть. Запомнили, тренируемся, упражняемся. Когда мы это уже освоили, можно добавить хлопок. Пальцы приготовились, проходим, хлопок, меняем пальцы, хлопок, меняем пальцы, хлопок, меняем пальцы, хлопок и так далее. Есть, да? Если для вас это видео было полезным и интересным, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интереснее и еще сложнее. Я знаю, что мы уже с каждым новым выпуском себя прокачиваем, поэтому они будут еще более интересные, более сложные. До новых встреч, с вами был Сергей Остроушко и блог SEOS Games. Пока!